По недавним опросам Левада-центра, миграция признана самими же гражданами одной из двух острейших проблем России. Надо сказать, что трудно не замечать миграционного потопа, как трудно не замечать и того, что именно мигранты стали серьезнейшей головной болью для большинства населения. Население буквально терроризируется толпами мигрантов. Не замечать этого никак нельзя, но поскольку наша дорогая власть намерена все-таки заменить или разбавить население новыми гражданами, то она, скорее всего, будет это продолжать делать. Хотя даже ФМС отказывается делать это дальше. Посмотрим, кто кого.